Записались мы на экскурсию, завтра поедем. Обязательно вам расскажем. Поедем мы на Буханки. Об этом тоже мы вам расскажем. Доброе утро, друзья! Сегодня солнечно, и мы сегодня едем на экскурсию. Об этом вам расскажем. А Байкал сегодня вот такой вот бурный. А на экскурсию, друзья, мы едем не на Буханке, а вот на этой комфортабельной газели повышенной проходимости. Так, друзья, первое место остановки — мыс Хранцы. Здесь были уже, вот там вот показывали вам все. А вот там вот, смотрите, островок, крокодил находится со львом. Вот крокодил, а вот там вот голова льва, если вы видите. Тем временем прибыли в урочище Песчаное. Здесь в советское время находилась колония-поселение. Ссыльные здесь жили в бараках, занимались тем, что ловили рыбу. Ну, маленький рыбзавод был. И отправлялись на континент. Все, сейчас уже такого здесь нету, а бараки остались еще. Итак, друзья, мы приехали на мыс Три Брата. Вот, смотрите, какая красота. А легенда, почему этот мыс называется Три Брата, вы сейчас послушаете от нашего водителя-экскурсовода Николая. А почему Три Брата называется? У отца было три сына и дочь красавица. Угу. Вот, дочь сбежала к парню. И отец с ним сказал своим сыновьям, что вы ее нашли, привели домой. Они нашли ее и сказали, что отец домой зовет. Она говорит, я люблю этого парня, останусь с ним, скажите, что вы не смогли меня найти. Угу. Но до него слухи дошли, что они соврали. Он разозлился, разгневался или как, и превратил их в скалы, посадил. Вот такая легенда вроде. Угу. Вот. А так природа все. Если был бы маршрут у нас зимой по льду, тоже красиво было бы. С так воды, да, смотрите, это? Да. По льду прямо вот так же на машине? Да, 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 да. Так, друзья, посмотрите, какая красота. И это Байкал, остров Ольхон, а не какая-нибудь там Португалия дырявая. Очень круто и красиво. Так что ездите по стране, не только по заграницам, и смотрите на красоты нашей необъятной родины. У нас привал обеденный, смотрите, омуль с картошкой, чай, огурцы, помидоры, все как надо. Так, друзья, мы прибыли на самую крайнюю точку острова Ольхон, север. Мыс Хабой. По-бурятски Хабой переводится как клык, либо коренной зуб, потому что напоминает клык зверя. Тем временем, друзья, мы приехали на скалу любви, потому что напоминает женщину с развернутыми ногами, вот коленки, а посредине куст. Вот такой вот. А мы
выехали на другую часть Ольхона, на сторону так называемого Большого Байкала, Большое море. Вот. Здесь место называется Усур. Также здесь есть метеостанция, пасутся лошади, коровы. И вообще здесь очень красиво. Вот закончилась наша экскурсия, привезли нас оттуда, туда же, откуда забрали. О, 5 часов времени, с 10 до 5 нас катали. В принципе, очень хорошая экскурсия, мне понравилось. Меня накормили вкусно, я даже 2 порции съел, еще одну с собой забрали. Эх, красота! Совместил приятное с полезным. Гигиену и вот питьевую воду набрал. Все, идем готовить еду. Ну что, друзья, краткий итог сегодняшнего дня. На сегодняшний день мы провели на экскурсии на газели по острову Ольхон. Экскурсия была крутая, очень понравилась. Ну, собственно, все. Приехали, поели и все, угомонились. Спать. Чего мы вам желаем? Спокойной ночи.